Instagram прощается с Windows 10 Mobile. Поддержка будет прекращена 30 апреля. Если вы являетесь одним из пользователей социальной сети Instagram на устройствах, которые работают под управлением Windows 10 Mobile, то при запуске соответствующего приложения вы увидите сообщение следующего содержания. До 30 апреля приложение Instagram для Windows Phone прекратит свою работу. Разработчики добавили, что пользователи данных устройств смогут и дальше входить под своей учетной записью через браузер. С одной стороны, можно продолжить использовать Instagram, повесив на рабочий стол ссылку на свою страничку, которая будет открываться в браузере. Однако пользователи Reddit, которые первыми обнаружили грядущие перемены, уже предложили желающим опробовать альтернативные приложения для доступа в социальную сеть, такие как WinSty6Tech.